Министр внутренних дел генерал-майор милиции Роберт Кьют встретился с представителем Совета ветеранов правоохранительных органов города Сочи генерал-майором в отставке Александром Ворошнюком. Встреча состоялась при содействии председателя Ассоциации ветеранов-участников боевых действий при МВД Республики Абхазия полковника милиции в отставке Аслана Дгебия. Генерал-майор Роберт Кьют, приветствуя ветеранов, подчеркнул, что подобные встречи в последнее время стали уже доброй традицией. Вот за последнее время у нас очень часто происходят такого рода интересные, приятные события, связанные именно с нашими ветеранами. Каждый из нас вступит когда-то в ряды ветеранов, и ту основу, которую мы сегодня заложим, она будет для всех нас служить особым таким подспорьем. Мы видим, что у нас очень тесно не только ветеранских, а между министерствами выстраиваются правильные, нужные отношения, которые позволяют нам идти вперед. Совместными усилиями мы этого достигаем. То есть каждый из нас, каждый из вас, в свою очередь, внес неоценимый вклад во все то, что сегодня нам дает возможность говорить, что в нашей стране спокойно, в близлежащих регионах спокойно. Член Совета ветеранов правоохранительных органов города Сочи, генерал-майор в отставке Александр Ворошнюк, поблагодарил министра внутренних дел Роберта Кьют за теплый прием. Он рассказал об акциях и совместных спортивных турнирах, проводимых в рамках активного сотрудничества с Ассоциацией ветеранов-участников боевых действий при МВД Абхазии. Абхазия уже стала, можно сказать, таким центром, стала проведением международных таких встреч. Недавно, вот как раз было в октябре, где мы со Сланом Тачевичем тоже участвовали. Там он принимал участие в награждении, поздравлении тех ребят, которые приехали здесь из разных республик. В Чечне были из России две команды и абхазская. К сожалению, осетины не приехали. Провели прекрасное это мероприятие. Абхазия всегда славилась своим прекрасным гостеприимством, тем более была шикарнейшая солнечная погода. Все уехали довольны, с массой впечатлений. Проигравших не было, были только те, которые выиграли, кто принял участие, потому что они стояли замечательно. В ходе встречи стороны обсудили планы дальнейшего взаимодействия, актуальные вопросы, стоящие на повестке дня Министерств внутренних дел Абхазии и России. Также затронули тему специальной военной операции, проводимой Российской Федерацией. Генерал-майор Кьют рассказал о поддержке со стороны Абхазии и бойцах с первых дней, принимающих участие в СВО. Александр Ворошнюк выразил благодарность за позицию в данном вопросе.